Всем привет, друзья! Сегодня хочу вам рассказать, как мы обновили NTG 5.5 и как активировали опцию Ambient Multicolor. Но до этого я хочу с вами поделиться некоторой информацией, поэтому, пожалуйста, все смотрите это видео. Вы в моем канале не найдете даже рекламу. А поверьте, я в день получаю 20-30 предложений для рекламы. Или вы думаете, канал с 205 тысяч подписчиками и самый популярный канал для Мерседеса никто не предлагает рекламу? Нет, каждый день 20-30 предложений. Но я не беру рекламу, потому что я всегда говорю то, что думаю. А если ты берешь рекламу, ты должен сказать то, что они тебе говорят. Это для меня принципиально. А то я сейчас бы был долларовым миллионером. Вот посмотрите, я деньги зарабатываю с монетизации с Ютуба. Раньше деньги зарабатывал с России, так как большинство просмотров идет с России. Но после войны Ютуб отключил монетизацию в России и спонсорство. С России мне ничего не приходит, ни копейки. Но понимаете, именно негативнее мне пишут из России. Да, я говорю, что с Россией тоже очень много хороших людей, я общаюсь с ним, я говорю с ним очень много. Не подписанные на канал ставят дизлайки, высасывают информацию и пишут негативные комментарии. И именно с России, да? Делай это видео, делай то видео. Это что, я должен принимать заказы? Я не понимаю. Я делаю все, что я считаю нужным. Я все изучаю, тестирую. На моих автомобилях. Мои автомобили — это подопытные кролики для вас. Вы не представляете, сколько мастеров, сколько людей научились на моих видео. Вы не представляете, сколько людей я дал работу. Я знаю очень-очень много людей во всем мире, которые сейчас зарабатывают деньги. У них свои мастерства, свои гаражи, которые научились и продолжают учиться на моих видео. Один видео я снимаю и монтирую 2 дня. Допустим, давайте одно видео берем, последнее видео, и посмотрим доход. Вы не представляете, какие неблагодарные у**ки есть в этом мире. Вы этого не представляете. Сколько негативных комментариев я в день удаляю. Должен твоя психика все это выдерживать. Вот просто накипело, извините, просто накипело. Просто я хотел все это вам сказать, все это вам рассказать, чтобы вы поняли, что это нелегко. Это очень трудно и психологически, и физически все это делать и вытерпеть. Знаете, сколько раз я хотел просто нафиг бросать канал и вообще все. Просто жалко 200 тысяч подписчиков, 10 лет моей жизни. Жалко просто бросить. Просмотры, смотрите. Просмотры, лайки, посмотрите. Канал 205 тысяч подписчиков, просмотры 1000 просмотров, 30 лайков. Но приказываю, делай это видео. Нет, ничего никому не должен. Теперь переходим к основному видео. Друзья, значит, у меня было обычное меню, вот как сейчас показываю. И после обновления прошивки стал вот такой. Нужно было несколько прошивок. Вот, все, что я сейчас говорю, я также постараюсь показать в видео. Мы хотели добавить мультиколор подсветку. То есть у меня, вот как видите, простой амбиент 64 цвета. Можно просто изменить цвета, там красный, зеленый и так далее. Мы хотели поставить опцию амбиент мультиколор. Для этого нужно было обновить прошивку команды NTG 5.5. Для NTG 5.5 нужно DOIP. Но слава богу, у нас есть VXZiag. VXZiag, друзья, очень крутой сканер. Прекрасно работает с DOIP. Мы настроили VXZiag через DOIP и подключились к автомобилю, чтобы обновить прошивку. Я сейчас расскажу все нюансы, которые вы должны знать при прошивке через Monaco 8.16, либо Monaco 9, неважно. NTG 5.5 команд вы не можете прошить, когда автомобиль заведен. То есть это не можете этого делать. Поэтому мы на улице прямо
через удлинитель подключили зарядку. Прошивка почти 2 часа, так прошилась 2 часа. Это через DOI. Один файл 2 гигабайта, второй файл 1,2 гигабайта, 500 мегабайта. Если нет DOI, вообще невозможно это делать. В один момент у нас ноутбук почти уже, ну, час остался. Хотели страховаться и подключили зарядку. Подключили зарядку и все. Короче, отключился VXDA и экран попал в режим bootloader. Также, если, ну, говорю, там 2 часа почти мы обновили блок. В это время, если автомобиль засыпает, то есть отключается зажигание, ничего страшного, вы просто включаете опять повторно зажигание. И прошивка продолжается. Также мы обновили прошивку TouchPad. И скажу, что вот такой нюанс тоже. После обновления NTG 5.5 и так далее, у вас TouchPad не будет работать. Не нужно беспокоиться, нужно закрыть все двери на 30 минут, чтобы автомобиль полностью засыпал. После этого откройте двери, и у вас TouchPad прекрасно будет работать. Обновляется прошивка, и вот снизу, справа, видно зеленое, что VXDA подключен через DOIP. После прошивки, друзья, если вы не будете прошивать NTG 5.5 последней прошивки, вы не сможете включить опцию Ambient Multicolor. После уже прошивки нужно изменить, нужно менять много кодировок, чтобы включить эту функцию. Как вы видите, мы делаем это через Monaco 8.16. Добавили эту функцию, эта функция у меня не была. И также другие много функций включили. Сейчас давайте покажу, что изменилось вот после добавления функции Ambient Multicolor. Вот, значит, уже есть, то есть если я отключаю мультиколор, то становится обычный, допустим, красный, как стоит настройки до этого. Это можно регулировать отдельные зоны. Это приветственный, а это климат. То есть включаете на теплую красный, на холодную уже синий. А мультиколор эффект вот так работает, можно менять. Вот сейчас покажу, вот, например, вот здесь. Можно менять цвета, допустим, вот. Можно отдельно регулировать. В общем, крутая опция, друзья. Всегда хотели иметь эту опцию. И, наконец-то, мы включили его. На этом все, друзья. Если вам нужна какая-то программа, например, Monaco или X-Century, напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поддержите канал. Всем спасибо и удачи на дорогах.